Беспорядки в немецком Хемнице. Правые радикалы вышли на улицы в знак протеста против убийства местного жителя. Не обошлось без стычек с полицией. Подробнее Татьяна Лагунова. Беспорядки вспыхнули из-за убийства, которое произошло в Хемнице в ночь на воскресенье. Местные СМИ сообщают, в центре города подрались несколько мужчин, среди которых были граждане Германии и иностранцы. В результате потасовки от ножевых ранений погиб один человек, еще двое получили ранения. На следующий день на улицы города вышли сотни людей. Что стало причиной потасовки и кто принимал в ней участие, полиция пока не знает. Но в соцсетях быстро распространился призыв. Дескать, во всем виноваты приезжие, все на акцию протеста против иностранцев. Демонстрация прошла под правыми лозунгами. Иностранцев выгнать, Меркель отправить в отставку. По данным полиции, в демонстрации приняли участие около 800 человек. Они забрасывали стражей порядка камнями и нападали на иностранцев. Сколько человек пострадало, сказать сложно. Заявки в полицию подали двое – граждане Сирии и Болгарии. Это неприемлемо, уже заявили в офисе канцлера Германии. Ксенофобия и самосуд не имеют ничего общего с принципами правового демократического государства. Мы знаем, что в Хемнице был убит мужчина, и это ужасно. Полиция сделает все, чтобы расследовать преступления и найти виновных, которые предстанут перед судом. Так это происходит в правовом государстве. Но тому, что мы видели вчера в Хемнице, нет места в нашем правовом государстве. Для правительства, демократических политиков и, я думаю, большинства населения важно подчеркнуть, охота на людей другого происхождения, которые выглядят иначе, и попытки распространить на улицах ненависть неприемлемы. Тем временем полиция Хемнице готовится к новым беспорядкам. Сегодня вечером в городе снова демонстрация. Татьяна Лагунова, Геннадий Аникеенко. Подробности немецкое бюро телеканала Интер.